Сделаю еще один небольшой репортажик про то, что я уже 1000 раз делал, ну, может, сотню, про возврат товаров в Америке, а именно как это все происходит, особенно если ты покупаешь на Амазоне. Это очень удобно, реально сервис крутейший. А если в тот раз я возвращал через UPS, вот там вот черная вывеска висит, UPS, я распечатал какую-то лейблу, там в оригинальной коробке возвращал. На этот раз вообще еще проще. То есть вот я заказал какой-то наматрасник, Mattress Protector какой-то, наматрасник, но я не посмотрел и выбрал неправильный размер. Вот тут написано full, а мне нужен queen, queen size. Что такое full, я даже вообще не знаю, без понятия, я даже не хочу знать, это какой размер. Это не king, это не что, это не два твина, это что-то вообще какой-то, может, европейский. Без понятия и неинтересно. Ну и коробку я уже не сохранил. Бесплатная отправка, мне все, что надо, это было зайти в Amazon, сказать, я хочу вернуть по любой причине, даже если мне, не знаю, подмышками жмет. Они единственное, что спросили, ну, система спрашивает, упаковка там и товарный вид вообще сохранился? Я поставил да, потому что он как новый. Все, все. Придете, покажете QR-код на своем телефоне, и даже не надо никакие вот лейблы распечатывать, коробки покупать. Все бесплатно, все возврат. Вот пошел показывать на телефоне QR-код. UPS Store. Сюда. Все произошло за считанные секунды. Тетя сосканировала мой QR-код. Распечаталась какая-то наклейка, она наклеила прям поверх, не никакой коробки, прям поверх туда фиганула. Дала мне drop-off package receipt какой-то. Confirmation, что она приняла. И все. Сказала, you all set. Have a good day. Ну и, конечно, вы спросите меня, зачем я все время это показываю? Только потому, чтобы было понимание, насколько легко делаются здесь покупки. Насколько это было, помню, сложно делать в Украине. Ты постоянно думал, выбирал, что-то там сравнивал, все ТТХ эти там, чтобы, не дай боже, не купить не то или не совсем то, что ты хотел. Потому что ты ж потом хрен вернешь, это потом тебе с этим жить. С не совсем тем. Здесь вообще настолько просто. Ты не паришься. Ты взял и заказал. Пришло не то, потом впоследствии обнаружил, что немножко не то. Блин, вернул нафиг. Ну, конечно, надо смотреть, где ты покупаешь и что, и какие условия возврата. Но, ну, может, не в большинстве случаев, во многих случаях возврат именно такой. 28 там дней или сколько-нибудь бесплатное. Единственное, иногда может быть варьироваться на тебе издержки по отправке обратной или нет. То есть иногда тебе придется, допустим, заплатить за сам факт отправки, но не за товар. Вот, в частности, я по этому товару думал, что я придется его оставлять или там попробовать продать на eBay, потому что его цена там баксов 12 этого на матрасника. Или 15, а возврат по территории штатов мог составить баксов 12, допустим, если это куда-нибудь вообще там в Калифорнию отсюда, на другой берег. И это делает бессмысленным отправку. Поэтому я уже думал, что придется оставить. Но я заглянул, и там было написано, что бесплатная отправка. То есть вообще шикарно. Все, погнали дальше на работу. Д. Доверие. Приехал на работу, снова запарковался. Вот так здесь бросают машины, тупо с открытыми окнами. Буквально вчера прочитал новость из Харькова, как у чувака с тачки сняли все двери с новой. И сразу же в этот же день, как-то странным стечением обстоятельств, 4 двери появились на OLX продаваться. Вот чувак вообще, вот, ну там, конечно, и зеркало такое отбито, там, наверное, и брать нечего, но сам факт,